Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня хотел я вам показать. Хочу показать, смотрите сами дальше. В общем, вот здесь мы скоро будем строить выгул для куриц. Ну, навес такой, какие-то балки пойдут, поликарбонатом зашьем. Сейчас у них вот так вот, но это, конечно, не дело так. Вот у них уже выход тут есть. Уже сделаем покачественнее. Как видите, забор нужно делать. Вот столб, прожилины, металлом обшивать. И хочу дать кроликам вот такую веточку. И пойдемте посмотрим, как там наши зайцы. Петька уже зовет. Я сегодня уже с утра был. Время где-то 4 часа. Сейчас заодно яички соберем. И посмотрим, как они там. Вот за зиму вот такие кучи навоза. Мы потом их раскидаем, перекопаем. Будет красота. Пойдемте посмотрим, как там зайчики. Один заяц у меня сегодня сбежал. Вот пришел, эта клетка была открыта. Сейчас его буду ловить. Не знаю как. Так что вот. Вот они сидят. Надо закрыть двери, чтобы этот не выбежал. Хочу показать вам маленьких совсем, они тут уже влазят. Не видно. Пойдемте посмотрим, где этот беглец. Я ему оставил корма, сена, но без воды он не выживет. Сейчас его нужно найти, где он. Чё, как вы тут? Да-да, куда вы? Петя вообще злой, он кидается сразу. Ну их нафиг. Так, и чё у нас? Окрылилась вот эта крольчиха. Вот это окрылилось, у нее уже влазят. Это мы недавно контрольную случку делали. Вот это должна окрылиться скоро. Ну и эти тоже уже скоро. Вот отсюда белый калифорниец сбежал. Да? Где друга потеряли? Ох, воды нет, надо воды налить. Он сено щипит. Так что вот такие вот дела. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока.